Припрягли. Рыжий, рыжий, рыжий. Ой, осторожно, пацаны. Тут недалеко. Бабушка заколебала со своей машинкой уже, поэтому мы решили отдать мою. Она хоть не все программы, но работает. Потеряли пацана. Рыжий. Походка не айс. Цыгане шумною толпою. Синий, да. Если там других нет, то значит синий. Ну, мне 100 лет не откручивал. Ну, это ваш, я ж не знаю. Офигеть. Ну, еще на крайняк можно перекрыть на улице кран. Где? Вот тут, под низом. Под железной этим листом. Где под железом? Хрена себе. Открыл? Нет, закипел, блин, так, чем бы его... Подожди, сейчас, не надо. О, ты его... Да, я понял, я вот думал, что не сорвать. А вот под щитом, под железным, вход в дом. Длина. Ну чего? Там стоял... Неровно крутится, накручивается, не падла. Вот ставишь ровно. Господи, вы все здесь, собакины. Ты мой мальчик, ты наш рыжий, ты наш мальчик рыжий. Короче, дорвалась бабушка. Теперь на огород. Еще она рычит, что ей еще тот огород надо вскопать. Ой, сколько инжира еще. Так хорошо, он постоянно растет. Он еще, полно его еще. Везде. Перчик. Мама потихоньку, видите, выкапывает уже его. Рвать. Потому что у меня дома борщ. Сейчас буду кормить Геру. Гера, это мальчик этот, если вам всем интересно. Ну, конечно, интересно. Это Ульянин друг. В Краснодар. Они вместе учатся. В одном этом. Ну, 16 лет. Молодой. Сидят за одной партой. Баклажан есть. Сколько много этого. Ну, наби.
хрен достанешь. Котят сколько. Дикий виноградик. Да, я его люблю. Уже ему кирдык. Грушка одна висит. Что ты не видела? Пустая. Я думала, одна деревяшка, я что-то не видела там. Железная. Еще думаю, черная деревяшка стала. Что за Киров? Помойся? Давай туда перелезу, на себя потяну. Да я толкаю, оно просто что-то это. Я просто всем весом потяну на себя. Ну, оно не выравнивается. Как вкусно. Вот бы эту ветку достать. Видишь, там арматура стоит, а да. Она, я толкаю, она обратно, что она погнулась и все. Она. Давай я на себя, а ты кувалдой будешь бить. А я туда. Юка зацвела. Смотрите, везде, да? Странный климат, конечно, на Кубани. Очень странный. Еще и меняется частенько. Не поймешь, когда что зацветет, когда морозом придавит. Сегодня уже воскресенье. Только что видео видели. Это была суббота. Я просто много не снимала. Дела, куча дел, ребят. Деловая колбаса, я не знаю. Я уже говорила по поводу времени. Собака 3 дня не гуляная. Ну так выводила до гаража. Надо гулять. Сейчас иду, может, Кирилла с Кристюшей вытяну. Дубочки еще даже не зацветали. Цвести будут. Так вообще, конечно, прохладненько. Солнышко не видать. Ну, сейчас попробуем, может, вытяну. Зар, не тяни меня. Как это, скажи, не тяну? 3 дня меня держала в заперти, да? Мы хотим я ненадолго на пляж сходить. Просто так. Сейчас темнеет очень рано. Ветер, да? Тут. Утеплилась. Куртки теплые. Юка везде цветет. Сейчас дойду до детей. Там пойдут, не пойдут, не значит, сама скажу. Побегает за раз полчасика и домой. Еще зелень везде. Ну же ты каждый угол, а? Уже как кобель. Пойдем. Улька уехала. Ее тетя Лена их забрала. Еще в 11 дня. А она просыпается мне. Выходит. Я через 2 часа уже уезжаю. Ёпрасы ты. В смысле? Я еще даже не ожидала. Наложила все, что было. Судочки ей.
поскакал. Ну, а раз все телено, она взяла, там пошла у бабушки картошки и всего. Зара, нам сюда. Ладно, я уже почти пришла. В общем, зашла я до Кирюхи. Спит еще Роман. Ждать мне некогда. Уже 16:00. С половины 6:00 уже совсем темно. Зар, я долго буду стоять, пока ты нанюхаешься. Пошлите. Вот это будет выделываться, пока не дернешь. Я уже 100 лет тут не была. Ну, что-то может быть. Рыбаки. Что еще? Такая, как я, с собачкой. Какой-нибудь. Видите, еще зелено все. Какой сегодня число у нас? 20 октября 2024 год. Пойдем за. Да, рыбаки есть. Машины стоят. Что-то типа палаток. Колпак. Капец. Просто капец. Работа кипит. Вообще. Как будто и не было лесополосы, зеленой зоны. Вообще, вообще, вообще все видно. Круто. Мне кажется, аж дышать легче, что ли, стало. Собаки тоже есть, но я все равно... О, привет! Ой, господи! Сейчас отпущу, пойдем. Вон еще собака. Вот еще собака. Девочка. Девочка маленькая. Зара, на тебя она может кинуться. Ой, боже, гля. Какой смелый. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, выключаюсь, ребята, иначе она мне... Она меня запутала. Зар, ты чё? Воды вообще нету. Ну, для этого времени года это нормально. Ну, могло бы быть и побольше. Зара! Иду такая, смотрите. Стоят. Это два мешка. Я думала, это тюлени. Ну, это из области, а я думала, это сова. Думаю, нифига себе, тюлени. Это просто два мешка валяются. Ну, то ли с песком, то ли с сетками, я не знаю. Тюлени. Ну да, ну да. Везде отдыхают. Рыбу ловят. Лошадь. Это купается все. Шлейку намочила, теперь бегать будет мокрая. Видите, как-то мелко. Смотрите. Сейчас кренак яма. Только не на меня. Блин, аж на голову мне вода прыскает. Грязь, Зара, пошла нафиг. Боже мой. Деточка, на кого ты похожа?
Холодно? Бегай. Грязюки вся. Чего это? Ну, посмотри на меня. Поцарапалась, что ли, морду? А ну дай посмотрю. Зар, посмотри на меня, пожалуйста. Ну, не поцарапала, но укололась чем-то уже. Ой. Ну, стоишь тут. Ну, некоторые умудряются. На чем они тут? На мотоциклах ездили. Че ты? Вот уже нагулялась, называется. Видите, вот она нагулялась и уже пришла. Пойдем. Все, буду привязывать. А то передумает еще. Бедные часы. Куда бы мне их привинтить, а? Все. Пришла домой. Собаку уже накормила. Котов накормила. Наварить наварила еще днем. Купила себе печеньки. Обожаю ромашку. Налила чай. Это будет мой ужин на сегодня. Очень хочу печенье с чаем. И все. И у меня сегодня вечер просмотра кино. Единственное, скорее всего, еще наберу себе ванну. И расслаблюсь. А завтра, ребята, завтрашнего дня. У меня отпуск, представляете, я в отпуске. Не знаю. Надо доделать ремонт. Вот здесь же, да, все доделать. Сюда красить, двигать все. В общем, вот так. Все. Всем начала хорошего новой трудовой недели. Кто ужинает, обедает или завтракает, приятного аппетита. Я буду пить чаек. Завтра, скорее всего, сниму вам вечером, может, днем, когда это обзорчик. У меня есть что снять на обзор. Уля просилась. Я не хочу одна. Мне надо Чикирилла позвать, че Тане сходить. Я, наверное, может, завтра к Тане пойду. Скажу, давай вместе сделаем с тобой. Ну, в общем, все. Всем пока-пока. Mm-hmm.